Привет, друзья, с вами Раштан Индзука. Мы продолжаем прохождение игры «За гранью две души». И сейчас нас ждет глава под названием «Расставание». Готово? Да. Коул! Да-да, я записываю. Соберись, Джоди. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Айден, что-нибудь видишь? Сейчас что-нибудь заценим. Только навести правильно нужно. Поток. Ну давай, как же тебя навести-то правильно? Вот, что только пошло, ну. Система очень странная. Так, вроде пошло, ну. Спасибо, баб, красивая. Открой. Джоди. Ну как? Да, все нормально. Ты что-то видела? Я видела девочку. Это ее шкатулка. Лора. Да? Кнайтон? Да, я передам. Нейтан, там некий Райан Клейтон пришел. Говорит, ты его ждешь. Да, я отойду на минутку. Так, а другие предметы дадут посмотреть? Не, чё, блин, она снимает этот шлем свой, корону. Хотелось бы в остальные заглянуть. Блин, жалко. А что за тип пришел к Нейтану? Я не знаю. Надолго он там? Спокойно, сейчас придет. Пораньше бы закончить. У меня тонна домашки, как обычно. Нейтан вечно ругает меня за плохие оценки, а сам не дает времени толком позаниматься. Ну, об этом ему говори, принцесса. Умираю, есть хочу. Когда перерыв? Да, я тоже. Может, вытащим Нейтана куда-нибудь в ресторан? Надоела эта столовка, как... Так, может, можно послушать, о чем они там разговаривают? Я ведь так ей и не сказал. Дайте мне время. Нет. Профессор Докинс, я заберу ее сегодня. У меня приказ. Она же совсем ребенок. Я и мой ассистент, вот и вся ее семья. Она и не подозревает, что ее ждет. Вот что. Докинс, я все понимаю. Я серьезно. Но приказ есть приказ, так? Приведете ее или мне идти самому? Джоди, зайди, пожалуйста. Вы как раз и собирались это сделать. Что случилось, Нейтан? Ты расстроен? Джоди, это Райан Клейтон из ЦРУ. Власти
Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе Кэмпири. Райан теперь отвечает за тебя. Ты поедешь с ним, Джоди. Сейчас. Я не понимаю. Почему? Наш отдел принадлежит ЦРУ. Они с самого начала отслеживали твое дело. Они знают все про Айдена. Я что, кукла? Подопытный кролик? Ты вообще хоть задумывался, чего я хочу? Джоди, я знаю. Это нелегко. Но ты должна понять, это такая возможность для тебя. Это моя жизнь, я сама решаю. Ну все, слушай, Холмс. Можешь играть в юную бунтарку, сколько влезет, мне плевать. Ясно? Коннор свой засунь подальше. Заткнись и делай, что говорят. Иди ты нахер, понял? Так, ну хватит, пошли. Джоди, ты что? Перестань, сейчас же! Прошу. Ради меня. Ладно, пойду соберу вещи. Много не бери. Тебе все дадут в Кэмпире. Взяли всю жизнь ее, нарушили, как бы, в лагерь военный отправили. Кто бы тут не расстроился, конечно. Так что нам надо вещи собирать. Так вот, сумка. Конечно, получается, что она себе, то есть, не подвластна. За нее все решают другие. Это очень обидно.
Может, Эйдену можно что-то сделать? Отвалите все! Тут кто-нибудь смотрит за нами? Тут боксерский матч показывает. Все разнесу, пожалуй, на прощание, так сказать. Разрушили нам жизнь, гады. Хватит, наигрались. Пора идти, значит. Здесь взяли все, что нужно. Ты справишься. Черт, я буду скучать по тебе, принцесса. Я буду тебя навещать. Я тебя не брошу. Ты мне веришь? Что-то подобное ей сказали приемные родители в свое время. Нам пора. Так, следующая глава называется «Ужин». Что ж, неплохо. Интересно, кто там будет ужинать и с кем. Ну, сейчас мы это увидим, друзья. Пока вы можете поставить лайк под видео и оставить ваш комментарий, если вам нравится это прохождение. Какой-то вялый бокс по телеку показывают. Да. Джоди, привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что... Может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко. Я...
Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай часов 8. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись. Заткнись. Мы это уже проходили. Я не твоя собственность. Я буду встречаться с кем захочу. Это моя жизнь. Ты слышишь меня? Это моя жизнь. Знаешь что? А по-моему, Райан классный. Он умный, обаятельный, смешной. Я почти влюбилась. Да, я в курсе, что случилось в баре. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно. 7 часов. За час надо убраться, одеться и сделать ужин. Так, ну что, начнем с уборки. Она вот не подумала о том, что Айден тоже может какой-нибудь призрак позвать на свидание. Каково ей будет после этого? Так, нормально, диски под полку. Все как надо. Что там за фильм она смотрит? А, это что, книги, что ли? Книги. Так, их на полку. Ну вот. Так, мусорка на кухне. Так, а где у вас кухня? Так, видимо, здесь. Что тут все? Так, музыку нафиг. Время терять не будем. Это сразу, видимо, напоминает сюжет из Heavy Rain, где нужно было успеть сына там покормить. Нужно что-то, что можно приготовить за час. Из тех продуктов, что есть. Ну, давай. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но вроде просто. Пицца на заказ. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Это вариант. Давайте пиццу. Пицца. Ну, так проще всего. А он не обидится. Все, звоню. А если он ждет настоящий ужин? Блин, я хотел позвонить в пиццу. Чего он, мало ли, чего он ждет? Не, пицца сойдет. Где у нас телефон-то находится? Я что-то, честно говоря, не могу понять пока. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. Так, где телефон-то? Сначала надо пиццу вызвать. Вот тут, что ли? Вот он. Докатились. Номер наизусть помню. Она постоянно пиццу заказывает, видимо. Да, алло. Заказ на большую пиццу.
Супер Суприм. К 8 доставите? Да. 6192 Коламбус Стрит. 9 этаж. Хорошо. Да, спасибо. Довольно позорно, но вопрос с ужином решен. Так, стоп, видимо, нужно стулья убрать. Окей. Наверное, надо еще и переодеться. Тут. О. Да, квартирка нехилая. Грязное белье в корзину в ванной. Так, сюда. Кстати, а душ принять не надо случайно? Вернее, не показывают все. Жалко. А можно выходить отсюда. Ну, хватит, хватит мы. Так, кто-то звонит, а надо что-нибудь одеть еще успеть. Черт, не успела. Я черти в чем. Давай, давай. Так, шкаф, да? Ну куда ты идешь-то? Я не понимаю, она мне не. А, черт, я. Камера переключается, я туплю. И что мне надеть? Сексапильно. О, Райан. Я тебя заждалась. Давай, ладно. Секси. Такой он меня еще не видел. Да уж, вот это секси. Можешь даже не стараться. Слышишь? У меня будет свидание. Точка. Так, ну что там, кто-то дверь звонил. Иду. Пиццу, наверное, привезли. Молодец, Айден. Обхитрил меня. Теперь открывай. Айден! Ну хватит, открой быстро! Хочешь поиграть?
поиграем. Так, ну что, нам пиццу-то привезут, нет? Так, а что нам осталось сделать? О, посуда. Свечка для романтика. О, да, очень смешно, Айден. Надо же, какая романтика. Какие еще дела-то есть у нас? Ну, появятся. Так, а где эти подушки, которые он бросил? Ох уж эта камера. Вот я лежу, тут что-то лежит. Как ее взять-то? Хватит, Айден, что ты как маленький? Еще не сделали. Так, ну все, уже почти 8. Должны пиццу привезти и прийти этот. Райан должен уже. Поваляться пока 5 минут. Так, спокойно. Никаких нервов. Отставить панику. Все будет супер. Блин, а пиццу еще не привезли. Офигеть. Вот оболтусы. Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь. Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. Правда? Здорово. Ты садись, я принесу. Ну, чем вино открывают? Где-то здесь должен быть штопор. Классная квартира. А? Да, спасибо. Айден, твою ж мать! Давай открою. Нет, нет, я сама. Окей.
Пок. Спасибо. За новоселье? За новоселье. А ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то непривычно. Сейчас я вам помогу. Ну, а ты, где ты живешь? У меня дом в пригороде. Маленький, но есть садик и тихо. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Родители и брат так там и живут. А я уехал, как там. Временем мы нашли бонус. Кстати, я еще не пытался бонусный материал смотреть, но как-нибудь посмотрим. Если будет интересно что-то, то я вам покажу их. Сейчас мы им сделаем тут интим. О, сейчас. Эй, день добрый. Сейчас. Сдачи не надо. Спасибо. Я заказала пиццу. Это ничего? А пицца здорово. Годится. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года, а я о тебе ничего не знаю. Так и рассказывать-то нечего. Жила с родителями на базе ДПА. А с родителями ты общаешься? Нет. Незачем. Мне кажется... Сейчас я тебе устрою свиданица. Это так и должно быть? Да, все нормально, просто Айден слегка нервничает. Ерунда, правда. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя есть связь с Айденом? Джоди, Айдену явно что-то не нравится. Одну секунду. Ты меня уже задолбал своей ревностью. Так что лучше бы ты валил в свой гребаный астрал или куда там и не мешал мне жить. Катись отсюда. Ты слышишь, урод? Проваливай! То есть, он здесь сейчас слушает нас? Да. Ерунда. Это, наверное, просто тарелки. Я их оставила на краю. А Айден злится, что я пришел, да? Да плевать мне на Айдена. Ты меня обижаешь. А у тебя здесь есть родные? Нет. Мои родители живут в Орегоне. Ох, сейчас ты свечкой-то получишь. Черт, Айден! Ты уже задолбал! Наверное, я пойду. Нет, нет, Райан, стой! Нет, Джоди, слушай. Он слишком ревнив. Думаю, надо вам что-то решать.
Слушай, Джоди, мы ведь не торопимся. Давай пообщаемся, узнаем друг друга поближе. Может, Айден привыкнет и успокоится. Ты доволен? О, я доволен, детка. Добился своего. Теперь ни с кем не надо меня отделить. Я надеюсь, что ты охеренно счастлив. Давай, пари там в своих эфирах и любуйся, как я плачу. Ненавижу. Ты слышишь? Ненавижу тебя. Ну что ж, друзья, на этом данная серия завершается. Надеюсь, вам было интересно, так же, как и мне. До новых встреч!